И как это сегодня луна снизошла на землю? Чтобы лишить тебя рассудка. Что это? Проверяю, все ли правильно. Ну и как? Иначе и быть не может. Почему? Я же знаю тебя с детства. Да, верно. Что это? Поднос. Я знаю, что это поднос, но что на нем? Предлог. Для меня сандеш, верно? Посмотри. Но он же пустой. Потому ты и предлог глупый. О, боже, сколько гнева. Ты прекрасный образец того, как нужно, Дэв. Ты ничуть не изменился. Хорошо, Дэв, скажи мне. Ты никогда не вспоминал деревню? Никогда. То есть... Ну, иногда, когда кушал в общежитии, то сердце замирало, и я вспоминал лепешки матери. Там, в Лондоне, когда кто-то ругал, то вспоминал отца. Дэв, а... Что еще? Я? Никогда. Ну так, если только один раз, не более. Я никогда не вспоминал о тебе пару. Правда, Дэв? Ты никогда не вспоминал? Вспоминаешь о том пару, что имеет значение, но в тебе ничего такого нет. Ты прав, Дэв. Имеешь значение только ты. Да. Поэтому написанные тобой те письма я перечитывала по 5 раз в день. Сколько раз я их читала в год, Дэв? Если... А за 10 лет? На 2 раза, если мы... 18 250 раз. И в тебе есть что-то, из-за чего 10 лет назад я зажгла свечу с твоим именем. И до сих пор не дала ей погаснуть. Сколько часов она горит? Ты знаешь? Если мы посчитаем, то... 87 600. И в тебе есть что-то, Дэв, из-за чего каждое мгновение я вспоминала тебя. Сколько мгновений в одном дне, знаешь, Дэв? Знаю. Я скажу. Ты так слаб в подсчетах. Пора. Однажды я все-таки вспоминал о тебе. Когда? Когда я дышал. Вспоминаю тех, кого можно забыть. Глупенькая ты, глупенькая. Как ты легко посчитала, сколько мгновений вспоминала обо мне. Но ты не подумала, что эти мгновения переживал и я? Свечу зажигала ты, а горел-то я. मुझे
мире пия, о была жаре мире пия, о мире пия, о была жаре мире пия. Peace.